времени веры и правды служителя православной веры, родине своей России, присягаю возрождать и где крепиться вековые традиции славы, когда что крепко хранится всемогущее меня тайного бытия, дисциплинным, храбрым, послушным потом служите примером для подражающего славина, выполняйте данные мне приказы и послуг, получение жизни в работе не уклонялось устава традиции, конечно, православной веры. Слушайте, конечно.